Проблемы, с которыми обращаются избиратели к депутату Госдумы Константину Затулину, самые разные. Это и вопросы личного характера, например, получение льгот, и те, которые требуют решения на городском, а порой и федеральном уровне. Например, Любовь Курбатова просит помощи, чтобы грамотно узаконить перепланировку в муниципальном жилье. Родители еще в те времена, ну это когда в 81-м году, родители уже как бы для улучшения там своих жилищных условий, там ванну пристроили, да, кухню так отдельно, да. Ну и не оформили этого. Ее обращение будет передано в Департамент имущественных отношений администрации Сочи. Количество подобных обращений при каждом приеме достигает десятка. По каждому из них готовятся письма-запросы в соответствующие инстанции. Помощники строго следят за тем, чтобы обратившийся обязательно получил ответ. Темы разные, но большинство касается жизненных обстоятельств, жилья, обманутых дольщиков, вопросов гражданства, которые тоже обострились, в том числе и у нас в Сочи, в немалой степени благодаря Украине. Всего с момента избрания Константин Затулин провел 18 таких приемов граждан. Следующие пройдут в ближайшие дни в Белореченском и Апшеронском районах.